Здравствуйте, уважаемые школьники! Сегодня мы поговорим с вами об одном из самых волшебных детских театров – о кукольном театре города Костанай. Свою историю театр начал 31 декабря 1986 года. Первая премьера – сказка «Машенька». На сегодняшний день в репертуаре театра более 40 спектаклей. Многие из них регулярно участвуют в фестивалях и становятся лауреатами и победителями различных конкурсов. В 1999 году театр кукол объединили с Русским театром драмы имени Максима Горького. К слову, это единственный гениальный союз двух совершенно разных по жанру и специфике творческих коллективов. Вскоре после этого театр получил статус Костанайского областного театра драмы и кукол. В 2012 году у театра появилось свое собственное здание со зрительным залом на 126 мест. Так у театра появился новый дом, в котором актеры открыли свой 27-й театральный сезон. С первого же дня на сцене театра ставятся лучшие произведения казахской и зарубежной классики. «Песню пой, моя домбра», «Белая ночь степей», «Красная шапочка», «По щучьему велению», «Три поросенка». Эти сказки сразу же полюбились даже самым маленьким зрителям. Стоит отметить, что актеры мастерски работают с самыми разными видами кукол – планшетными, перчаточными, ростовыми. Такое разнообразие делает спектакли разноплановыми и завораживающими. Мастера сцены с первых же минут вовлекают в сказку и не отпускают зрителя до последней секунды. Каждый новый сезон репертуар театра пополняется новыми постановками. Долгое время куклы говорили только на русском языке и лишь в 2013 году заговорили на государственном. Первый казахский спектакль «Нужно быть нужным». В 2019 году родилась сказка «Кукареку» по пьесе «Ландау» на казахском языке. В постановке приняли участие актеры областного казахского театра драмы имени Омарова. Необычайно красивый и трогательный спектакль «Старик и море» по мотивам повести Эрнеста Хемингуэя. Постановка была создана для взрослых и детей старшего школьного возраста. Режиссером выступила Дина Жумабаева,
а художником-постановщиком Юлия Чернова из города Алматы. В этом году репертуар театра пополнился еще двумя яркими спектаклями для взрослой аудитории. Это «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина и спектакль «Предложение» по пьесе Чехова. Кукольный театр города Костанай добился больших успехов в продвижении и развитии театрального искусства как в области, так и во всей стране. Театр много гастролирует. Актеры побывали в каждом уголке нашей необъятной родины. Зрители с нетерпением ждут в гости костанайских артистов. На этих сказках уже выросло не одно поколение. Артисты стараются идти в ногу со временем, постоянно совершенствуют свое мастерство, ищут новые методы работы и каждый раз создают что-то новое, чтобы радовать своих поклонников. В копилке театра множество наград. Так, в 2002 году на первом республиканском фестивале театров кукол в Алматы спектакль «Приключения Светлячка» по пьесе Боброва получил высшую награду – гран-при за лучшую сценографию. В Перми на фестивале кукольных театров эта постановка получила приз зрительских симпатий. Можно очень долго перечислять все награды театра. Практически каждый спектакль был отмечен грамотой на международных фестивалях. Поэтому лучше вам, дорогие школьники, самим сходить в гости в волшебный кукольный театр города Костанай. На этой прекрасной ноте мы завершаем наш урок. И сейчас предлагаю проверить ваши знания по пройденной теме. Первый вопрос. Когда начал свою историю Костанайский областной театр кукол? Второй. Назовите первый спектакль на казахском языке. Третий. Какой спектакль в 2002 году получил гран-при за лучшую сценографию?